О роли женских организаций в профилактике религиозного экстремизма среди молодежи говорили сегодня в Алматы. Основным источником радикализации верующих является интернет. Так, по официальным данным, которые озвучила госсекретарь Гульшара Абдыкаликова, только за 3 месяца с начала года в нашей стране обнаружено 100 тысяч фактов распространения идей терроризма и экстремизма через интернет. Около 100 граждан Казахстана не были выпущены за рубеж для участия в боевых действиях в горячих точках. Особую миссию в профилактике таких преступлений отводится прекрасному полу. Матерям, сестрам и подругам порой удается сделать то, что не по силам целым организациям. Акцентировать деятельность женских НПО в организации точечной индивидуальной работы по предупреждению дерадикализации женщин из числа приверженцев нетрадиционных религиозных направлений. Принять меры по увеличению количества светских женщин-теологов, способных участвовать в работе по профилактике религиозного экстремизма в женских сообществах.